Школьные приключения Машеньки. В Самарском царстве, в Сызранском государстве, в школе номер 2 жила-была ученица 4 В класса Машенька. Когда все ее одноклассники убежали в столовую, она достала из своего ранца вкусняшки. Сок, рулетик, пирожок, чипсики, морковка и яблочко. И призадумалась, что же мне есть первым? И вдруг все ее вкусняшки заговорили. Съешь меня, Маша, я вкусное и полезное яблоко. Нет, лучше меня съешь, я вкусный и жирный. Съешь лучше нас, мы вкусные, ароматные, хрустящие чипсы. Нас все ребята любят. Съешь меня, я морковка, во мне много витаминов для твоих глазок. Съешь меня, Машенька, я вкусный рулетик. И запей все это мной, фруктовым соком. Что же мне выбрать? Кто же мне поможет? И тут заговорил Машенькин желудок. Машенька, не ешь чипсы с соком, рулет с пирожком, а то будет у меня в желудке мука. Посмотри. Прибежала бактерия. Ха-ха-ха, я злобная бактерия. Сейчас я попаду в твой желудок. Не попадешь, я все овощи и фрукты буду мыть. Ишь ты какая чистюля. Все, пойду к другим ребятам. Машенька, ты сделал правильный выбор. Ты избавилась от злобного бактерии. И вам, ребята, не ешьте вредную еду, а ешьте только овощи и фрукты, каши и щи, рыбу и мясо, творог и молоко. И будьте здоровыми, спортивными и красивыми, как я. Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец. Дорогие друзья, хочу вас познакомить с главными героями нашей сказки. Я Попова Дарья озвучивала пирожок и рулет. Я Мухамедова Юлия озвучивала чипсы и сок. Я Зайнетдинова Алина озвучивала бактерию и была автором сказки. Я Мустакаева Алсу озвучила яблоко и морковь. Я Хамдик Ифамир озвучил Машенькин желудок. А я Мария Титова. Ребята!